Александра Федина в свои 82 в первый раз оказалась в отделении неврологии. В последнее время у нее часто болела голова. Сегодня пенсионерка чувствует себя хорошо. Уже завтра она готовится к выписке. Системы делают, уколы делают, массаж делают. Довольно. Коллектив, медсестры все отличные. Вот вчера я взглянула, посмотрела и все приглядывается. Очень хорошие. Таких, как Александра Федина, здесь полное отделение. У кого что болит. Палаты больницы никогда не пустуют. Тем более в последнее время. Дело в том, что койки круглосуточного пребывания в неврологическом отделении сократили с 40 до 29. На нашу койку поступают больные, которые нуждаются либо в первичном серьезном обследовании, установке диагноза неврологического, истинного неврологического, либо больные неходящие. Те 29 коек, они, конечно, недостаточны. И наше руководство это понимает и пыталось как бы отстоять эти койки. Выход из положения нашли. Добавили койки в дневном стационаре и в отделение реабилитации. Сегодня на лечение в отделении неврологии находятся 43 нижнекамца. 30 человек круглосуточно, 13 получают медицинскую помощь днем. В управлении здравоохранения нам пояснили, что эта мера была вынужденной. Государство, Минздрав России переводит койки круглосуточного стационара уже в дневной стационар, в поликлинические эти отделения или отделения реабилитации, где пациенты получают ту же самую помощь в том же самом объеме. Единственное, только они идут после этого лечения домой. То есть это им комфортно и не отрываются они от семьи, находятся в привычных для себя условиях. Таким образом, сейчас вместо 6 коек в дневном отделении неврологии стало 12, а в общем по городу их 60. Сокращение произошло не только в неврологии, но и в других отделениях, такие как хирургия и гинекология. В общей сложности по городу койки круглосуточного пребывания сократили с 1500 до 760. Айгуль Яблонская, Евгений Лозаев, новости НТР.